Прапорщик, значит, опрашивает новобранцев. Ты что делал на гражданке? Я был музыкантом. Тот: хорошо, будешь играть в оркестре. Он: а ты что делал на гражданке? Я был поваром. Он: хорошо, будешь работать на кухне. Доходит очередь до Заики, который на гражданке работал таможенником. Ты что делал на гражданке? Он говорит: та-та-та-та-та-та-та. Он: понял, понял, будешь пулеметчиком.